Еще 2000 лет тому назад греческий философ Демокрит пытался разгадать тайну превращения вещества. Он высказал мысль, что все тела природы есть лишь различные сочетания немногих видов мельчайших частиц, атомов. Быть может, эти электроны, миры, где 5 материков, искусство, знания, войны, троны и память 40 веков. Еще, быть может, каждый атом, вселенная, где 100 планет, там все, что здесь в объеме сжато. Но есть и то, чего здесь нет. Их меры малы, но все та же. Там бесконечность, как и здесь. Там скорбь и страсть, как здесь. И даже там та же мировая спесь. Их мудрецы свой мир бескрайний поставив центром бытия, спешат проникнуть в искры тайны и умствуют, как ныне я.